Несмотря на родство с королевской династией, семье Полей было непросто. Денег становилось все меньше и меньше, и Натали пришлось устроиться на работу. Тогда девушка приняла решение стать манекенщицей. Круг знакомств, семейные связи – все это неизбежно привело ее к миру законодателей моды. Она снималась для журналов и демонстрировала одежду самых престижных модных домов Парижа. В 1933 году Натали переезжает в США, где снимается в нескольких фильмах. В жизни у Натали было несколько романов, причем с очень известными мужчинами, но все они заканчивались ничем. Последние десятилетия легендарная парижская икона стиля жила очень одиноко, крайне редко контактируя с внешним миром. Она выбрала путь затворницы и почти на 20 лет ушла в тень. В начале 80-х Натали сломала шейку бедра. Врачи поставили страшный диагноз – женщина останется без движения до самой смерти. Прикованная к кровати в пустой комнате, она не смогла справиться с одиночеством и самостоятельно ушла из жизни. «Я хочу уйти с честью», – написала она в последней записке.